каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Всем привет, вы на канале Темное Лицо Геймс, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Мстителей. У меня почти 18-я часть игры под названием «Тор Самозванец». А сама миссия называется «Тор, да не тот». Кстати, мне очень будет интересно узнать, кто же такой этот самозванец, а? Что притворяется Тором, а? Очень будет интересно, чекай, мы будем играть для самого Тора, для самого могучего Мстителя. Поэтому всем желаю приятного просмотра. Мне просто очень будет интересно, какую же вы игру выберете для моего следующего прохождения из 20 этих прикольных игр. Я буду иногда посмотреть. Пока что люди выбрали Resident Evil 7, 2 человека. Один ассасин. Прикольненько, что будет дальше. Да, серия получится классная. Желаю всем еще раз приятного просмотра. Сэр, щит перехватил какой-то загадочный сигнал на старой частоте АИМ. Ха, сколько всего загадочного для простых смертных я повидал. Послушайте сами. Прототип готов, мой господин. Ты верно мне послужила. Это мой голос! Собери пробудившихся. Мы начинаем. Что это за коварные проделки? Джарвис, есть что сказать? Я смог выяснить, что сигнал идет откуда-то из Скандинавии. Сведений о пробудившихся у меня нет. Я не собираюсь с этим мириться. Немедленно выступаем! Да, уже Тор разозлил настоящего Тора. Да, правда, уровень пока у меня слабенький у Тора. Ну, наладненько, думаю, все будет хорошо. Так, выбрать спутников героев. Так, давайте с нами пойдет, получается... кто ж... Нет, с нами так пойдет. Получается, с нами пойдет Камала. Тоня, пускай отдохнет. Во, все, так и пойдем. Погнали, Тор. Я, может, сейчас костюм какой-нибудь прикольненький тоже замучу. Мы должны узнать, кто такие эти пробудившиеся. И что это за прототип такой. И про того подражателя не забывай. Безыскусного подражателя. На мой взгляд, получилось весьма похоже. Нет, не похоже. Разве тебе это не льстит? В любом случае, мне кажется, мы имеем дело с чем-то более серьезным, чем просто кража личности. Приготовители, я выиграл новый костюм Капитана Америки в комнате вред. Специально вчера поиграл, чтобы выиграть ему классный костюм. Сообщение шло из этого леса. Согласно моим данным, здесь находится брошенная база АИМ. Однако, здание на месте. Не похоже на АИМ. Обычно эти все за собой подчищают. Все загадочнее. И веселее. Специально решил все-все-все миссии пройти за Мстители, но именно эксклюзивные для каждого Мстителя, чтобы потом уже пойти спокойненько в финал. Потому что глупо будет после финала проходить эти эксклюзивные миссии. Сами, думаю, вы меня прекрасно понимаете. Мне кажется, АИМ никуда отсюда не уезжала. А я не уверена. Не похоже на их оборудование. Ладно, давай найдем, откуда идет сигнал. Лес Скандинавии. Подожди. Может быть, что-нибудь новенькое прокачаем? То. Ух ты! Вот это у нас нехило получается. Тут у нас одна. Ого, вот это прикольно. Так, получается, у нас карточки испытания. Вот тут как раз-таки я... Вау. Ого, куплено. Получается, новый костюм, да? Давайте возьмем новый костюм. Ну вот. Снова костюм тебе появился. Так, получается, видите, мы почти все выполнили. Это получается у нас эмблема. Нифига себе, классная эмблема. Вот такие вот как раз таки здания я вчера выполнял специально, чтобы получить новый костюм. Как сказать, Кэпу. Ага. Боевой клич. Ну-ка. Ага. Блин, классный костюм. И такой механик.
Блин, я даже не знаю, какой взять на самом деле. Давайте побудем просто обычным механиком. Зачем мне быть на таком костюме? Хотя, это прикольный костюм, да. Блин, суперский костюм. Ванника, давайте побудем все-таки этим. Так, добивание. Ого, у нас появились новые добивания. За людей не скрыться. Ого, так, пристал мой друг. Вау. Ну, как снаряжение. Надо же прокачать Тора. А то он у меня совсем слабенький. Вообще капец слабый, посмотрите на него. Это тут максималка, да? А, тут получится до 3. Ух ты. А можно улучшить? Ух ты, можно. Точность, выносливость, дальний бой. Так, получается тут до 40? До 5. Тут получается тоже до 5. Ух ты, точность. Вот это сломаю. Прикольно, кстати говоря, у Тора молот. Так, прокачаем себя. До максималки, так получается тут у нас, опа, вот это я не прочь прокачать. А тут максималка типа, да, больше не прокачивается, а тут получается, блин, жалко на самом деле, по которому я правда слабый. Я думаю еще потом поиграть в комнате врез, ну прежде без просмотра, потому что в комнате врез приходится очень долго играть на самом деле. Ого, еще фига себе, еще эмблемы, класс, да, супер, блин. Ну да, там реально будет, ты быстро проходишь комнату вреда, больше там целых полчаса играешь, ну, час. Поэтому я лучше просто без записи поиграю в комнате вред. Кстати, Гайкэпа прикольный костюм, правда, выиграл. Вот осталось теперь выиграть Наташи костюм прикольный. Я реально хочу выиграть. Что, кстати, Тони я выиграл новый костюм прикольный. Потом в следующей миссии я поиграю за Халка. Будет еще круто на самом деле. Реально. До финала. Так, Ваника, поручение. Ага. Ну посмотрим, вот что-нибудь одно из поручений выполним. Посмотрим, кто это такой за уже Тор. Кстати, говоря, прикольный костюм. Да, вот этот прикольный на самом деле. Вау. А, мне нравится. Так, какие-то дополнения у нас есть? Или нет? Опа, пошли сначала к вопросику, потом уже к миссии основной. А прикольненько, отыщите местную... Источник сигнала уже близко. Спасибо, спасибо, Джарвис. Так, отыщите место сбора пробудившихся. Кто такие пробудившиеся? Мне даже интересно очень самому узнать, а. Так, получается... Опа! Давайте сначала ходим ко всем вопросикам, а уж потом пойдем к этому уже Тору. Просто я явно в эту, ну, в эту миссию больше не вернусь, скорее всего, ну, именно для прохождения, до записи. Поэтому я решил сразу все вопросики позабирать. У них нет ни малейшего шанса! А уж потом... Здесь что-то не так. Согласен. Здесь воняет черной магией. Полностью с тобой согласен, Тор. Ух ты, сука, а. Ух ты, нифига себе. Твой враг помер. Опа, ну кайся. Уничтожить ложного бога! Ты смеешь? Я истинный Тор. Я не думаю, что этих пробудившихся можно вразумить, сэр. Полностью с тобой согласен. Прикольно, Тор молот выкидает, а. Хрен поднимешь его, так, где придет? Опа, спасибо, Камала. Ты. Вау. Опа, видите, прокачал себя. Ой, спасибо, мстителя. Давай. Любопытно, сколько всего пробудившихся? Полагаю, много. Вероятно, они околдованы. Пробудившиеся типа зомби, что ли, я не могу понять. Ладненько, пойдемте сначала ко всем вопросикам, которые мы, возможно, заберем. А уж потом пойдем к основной миссии. Я думаю, вы не против со мной сходить, посмотреть, пособирать там скрезденные предметы для Тора. Рядом с вами обнаружен особый противник. Ух Победа ты. Над ним может принести вам ценные трофеи. Вау, давайте победим этого упыря. Похоже, люди, а им просто все отключили. Прощай! Ого, видели как, а? Эти гайцы тоже классно играть. Пока мне еще пока хреново прокачан. Так, этот придурок. Ого! А, этот придурок. Хэндл, покажи мне помощь! А все что ли уже? Блин, только зря использовал, а? Ну да, ладненько, победили, так, опа, модуль улучшения, материал, вау. А получилось вообще, на самом деле, этот босс-то фигня. Мстители быстро с ним разобрались, а. Тигай, спасибо всем. Опа, ого. Сколько тут ящиков всяких, а. Фу, тут посмотрите, сколько тут улучшений, да.
Вот супер, а? Кстати, Гай, еще можно будет Тора прокачать. Ого! Нифига себе этот робот. Какие-то знаки еще. Так, следующий вопросик у нас получается. Тама. Вау, блин, это классная миссия получается. Ну-ка, снаряжение и костюм мне нравится. На самом деле он Тора идет. Так, получается у нас тут максималка. Минус получается, ну если 109, а потом, допустим, прокачаем. Не, не станет защита. Ну ладно, без защиты нам сила нужна. Опа, 17, тут получается 5, тут тоже было 5. Так, 10, так 11, 10, это 3, тут тоже. Всякая пока шняга пошла. Вот это прикольненько на самом деле. Цепил приемы. Так, ну у нас тут уже могущество, поэтому да, нам нужно реально силы. Ну вот, теперь у меня торкачок. Теперь он у меня стал крутым. Смотрите, костюм Парда ему идет, да? Думаю, вы со мной согласитесь полностью, а? Что костюм Парда Тора очень идет. Так, получается, мы все, что можно было, пока прокачали. Все, погнали, Тор Одинсон. Так, источник сигнала уже близко. А я понял, понял, Джарвис. Но пока мы полетаем по дополнительным вопросикам, а? Потом уже пойдем к этому уже Тору. Надрем ему задницу. Тор с большим удовольствием их-то хочет сделать. Видели? Во, видите, рядом ящик. Рядом расположен ящик с оборудованием. Спасибо, Джарвис. Вау, ого, виделись? Сучки зрючки я получал. Так, я могу за скалу облететь? А, типа хрена с два, да? Ну, вопросы, кстати говоря, находятся недалеко. Так, как-то же я могу, получится, облететь? Хотя мстители за мной не смогут попасть. Так, а я могу выше слететь? Не, видите, получается, за максималочкой. Я эту гору не могу перелететь. Ну, ладненько, мне придется как-то, получается, обойти к вопросику. Ладненько. Не, место мы тогда тыщем. Мне просто интересно именно сверху, кстати говоря, прикольно смотреть на самом деле на все. Надо будет как-то обойти к вопросикам сначала, нежели к миссии. Хотя, походу, к вопросикам мы потом пойдем. Потому что мы уже к миссии подходим. Ну да. Ого, сука тут. Ух ты, ё-моё. Вау. Да как же круто играть за Тора, а. Я вообще просто последний мало и поиграл на самом деле, но костюм просто ему правда идет. Вау. Песни костюм на самом деле я ему выиграл. Так, получается, мы почти подошли к миссии. Ладно, вопросики потом соберем. Но обязательно придем к ним. Так, о, красивая луна. Опа, еще ящик. А это что? Какой-то извращенный памятник мне и... пути домой. Что бы это ни значило. Не знаю, не знаю даже. Ладно. Давай его осмотрим. Осторожно. Давай, давай, черная вдова. Сначала быстренько соберем. Опа, опа, Камала. Видели, как Камала может, да? Ладненько, пойдемте осмотрим этот памятник. Что ж такое за памятник? Даже интересно самому посмотреть на него. Так. Ловушка! Похоже на то. Почему Джарвис? Нет? Сканирую памятник. Одну минуту. Мое поражение было неминуемо. Молодец, Тор. Вовремя я использовал эту штучку-дучку, а? Ты, ненавижу этих хренов, они, сука, перемещаются очень быстро, а? Спасибо, Кэп. Огромное спасибо. Опа. Просто царапин. Похоже, памятник — это передатчик. Вот почему он взял его за источник сигнала. Ну да. Он подключен к зданию неподалеку. Я только что зафиксировал сигналы от него. Наша цель ясна. Очевидно, в нем укрывается подражатель и его аппарат. Надо проверить. Здание закрыто, но я смогу обойти систему безопасности главного входа. Тебе тоже кажутся знакомыми эти пробудившиеся? Да. Или они работают твоим, или в каком-то из их радикальных отделений. Кстати, прикольный памятник замутили, а?
Я вообще, по сути говоря, сама миссия. Я очень рад, что решил пройти все-таки все исключительные миссии для вас, чтобы вы увидели. Вообще, реально круто на самом деле. Так, получается, нам надо туда, да? Это загадочное излучение становится сильнее. Полагаю, это плохой знак. Поняла. Да, Джарвис, скорее всего, так и есть. Мне просто интересно, будет ли этот придурок сильным? Может, даже это Локи? Хотя сомневаюсь, конечно, это Локи, но... Так, вопросики. Получается, сначала пойдем к вопросикам. Я же обещал, что сначала к ним сходим. А потом к миссии. Да-да. Я просто хочу Тора заранее прокачать себе, а то потом смысл уже будет за ними идти, когда я миссию пройду. Это просто опять придется возвращаться, но уже эта без секта, вас. Эта секта, несомненно, была частью АИМ. А после отделилась и перестала придерживаться кредо «Наука превыше всего». Ого, нифига себе, секта АИМ. Ух ты, ящик. Пойдемте посмотрим. Ух ты, тут охранники, а. Прощай. Ой-ой-ой. Вау-вау. Бой, спасибо. Ха-ха, просто он не сможет этот молот поднять, а. Только истинный верующий. Тебя зовут молодец, мисс Марвел. Ух ты, сколько же вас, а? А вот это хренов я ненавижу. Гром и молния! Вау, да? Кстати, гром и молния хорошо работает, действует на роботов. Как вы заметили. Покажем им! Да, Кэп! Я что, невидимый стал? Это что было? Что-то я невидимый стал. Этого не может быть! Еще как может, придурок. А, все, типа мы победили всех. Вау. Так, отыщите трансформатора. Да, Камала, согласен с тобой. Я пока покачаюсь. Так, получается, нам надо идти сюда вниз, да? За ящиком. А, вот. Сим-сим, откройся. Подражатель не только оскорбляет меня, но и очерняет весь Асгард! Тихо, Одинсон. Мы найдем его. А то очень-очень злится, блин, этого подражателя, а. Ну, в принципе, вместе Тора я бы сам излился бы, а. Так, ладненько, получается, у нас опять же можно что-то улучшить, да? У нас 17 уровень, получается, тут максималочка уже, да, точность. Так, 5, получается, у нас тоже 5, но у нас, получается, дальний все будет минусом. Ух, тут только 3, увы, нет. Так, тут у нас, вот это у вас уже получше будет, а? Так, получается, до 5, да? Вот это прикольно будет, до 5 и апнуть. Вот, как-то апнули хотя бы. Видели? А вы боялись, что Тор будет слабаком, а он оказался так крутым, очень даже крут. Так, получается, у нас тут, что у нас тут? Тут у нас максималочка, да, получается, могущество, тут точность. Так, тут, а, тут всякая фигня. Тут у нас, опа-опа, дядя Степа, могущество, сноровка. А, ну если сноровку до конца. О, получается, тут, видишь, все получится по минусам будет. Ну ладно, в принципе, ближний бой настолько хватит, что у нас просто улучшения везде идут, видите. Так, все, теперь навыки. Так, какой же навык мне следующий прокачать себе? Я думаю, особо это именно когда кооперативе играешь, я думаю, их смысла на самом деле качать нету, а? Ну да. Хотя, может быть, попробуем его, а? Давай попробуем, так. Цели. Ну, цели мы, в принципе, знаем. Кстати, Гаранда будет потом захавкать, с большим удовольствием круто поиграю. И че, я вот у кого-то вред играл, получится, за Черную Вдову. Она будет потом поиграть еще за Тора, потом, может, без записи поиграть. И вот просто тут покайфовать, получить награды, чтобы новый костюм получить еще героям. И всякие улучшения. Так, ладненько, все. Снаряжение у нас тут больше ни хера нет, хотя... А, вот оно что. Это что дает? Давайте прокачаем. Получается у нас, подожди. Тут по минусам, не. Могущество, конечно, хорошо, но это получше будет. Хотя, получается, смотрите.
А нет, минус получается. Но потом будет улучшение. А тут прикольно, только нету. А не готово. Погнали. Так, следующий вопросик у нас получается. Нет. Как ящика. Погнали. Реально интересная миссия получается. Если получить без вопросиков, то на самом деле миссия получается всего на 15-20 минут. Это загадочное минут. Излучение становится сильнее. Полагаю, это плохой знак. Поняла. Джарвис. Джарвис, ты уже говорил об этом, поэтому согласен с тобой. Полностью. Опа. Вау, видите, а тоже все может, а? Опа, а что тут будет? Спасибо, Наташа. Опа, еще комикс, прикольненько, блин. Я еще комиксы получал, очень супер, а. Вау, ого, черные ISO фрагменты, ты нихера себе. Ну, давайте быстренько посмотрим комиксы на самом деле, а. Я просто новые вчера пособирал. Вот, вау, железный человек, директор щита, о, прикольно. Неуязвимый железный человек, 1008. Я, получается, ты собрал 3 комикса из 5. Круто. Так, получается, следующий это у нас. Черный Вдова, что-то не показывают. Опа. Почти все комиксы по Капитану Америку собрал. Ого, Тор. Блин, ладно, потом в конце миссии покажу. Это что-то бывает багует, что не показывает. Так, подожди, его. Это нужные штучки-дрючки. Все, погнали. Так, тут мы уже были. Мне просто нравится. Команда прикольная собрала, на самом деле, а. Следующая, я думаю, соберу уже, хотя она будет Халк, поэтому соберу, наверное, скорее всего, Тони. Ну, Черную Вдову, может, да, еще кого-нибудь. Так, получается, тут ящики мы все обыскали, да? Ну да, в этой части, опа-опа, чуть не пропустил. Опа-опа, Черная Вдова, Камала, ух, столько девушек красивых меня окружает. Как-никак, я же бог. Опа. Опять же. Видите, сколько всяких фрагментов сейчас собираю? Так, получается, у нас вопросики находятся очень рядом с миссией, да? А сейчас все-таки падает миссия. Давай, Тор. Я верю в тебя. Ах ты, тварь, а? Фу, турели не страшные богу грома. Ух ты, тут проматывал. Рядом с вами должен ты. Быть ящик с особыми материалами. Понял, понял. Так, давай. Все, тебе помогу, друзьям. Вау, Камала молодец, а что, откуда? Где? Так, подожди, с чего ящика? Сначала все-таки вопросики, это важно на самом деле. Да, опа, опа, я пропустил опять ящик, что ли? Да нифига себе, я слепец, а. Тут дофига ящиков раскидано, а. Ну да, миссия получится такая долгая, зато видите, сколько я всяких улучшений пособирал. Поэтому я считаю, что я сделал правильно, что сначала вопросики и все собираю. А уж потом иду, ну, к основной миссии. Думаю, многие из вас меня поймут. Опа, еще ящик. Опа-опа. Друзья. Подожди, Тор, давай. Опа, Кэп, прости, что я забрал твоего придурка. Знаете, тварь, а? Давай, Кэп. Я верю в тебя. Давай, давай. Молодец. А, этого я уже сам. Да, Тор. Ой, Кэп. Вау. Вы подошли по амазу? Ах ты, тварь, а. Так, мы всех победили. А еще пока нет. Ух ты. А ты даже очень крут. Вау, видели, я что-то еще получил, да? Ого. Ой, Кэп, ты молодец. Так, подожди, ящик, ящик. Ящичек. Опа. Все-таки круто играть Тором. Так, получится следующий вопросик у нас получается там, недалеко, да? Рашки. Я сейчас быстренько по вопросикам пособираюсь. Ну просто я реально хочу то себе перед спинал прокачать, хоть даже если я никак им не буду. Здесь не одни. Все равно он будет прокачан у меня заранее, чтобы победить этого Тарлтона, блин. То он явно сука сильнее будет. А. Пробудившиеся, видимо, хранили тут оборудование АИ. Воу-воу-воу, все турели, а. Так, помогу теперь друзьям.
Вау! Видели, какую-то штучку-дрючку выполнила. Ого, да нифига себе Тора. Опа, и все. Опа, опа. Блин, даже от молнии не вижу, кого я там гашу, а. Ой, простите. Где эти придурки еще? Как ты тварь, а? Ты тупая турель, а? Опа. Все, мстители, надо помочь Камале. Надо помочь реально, что ты за хрена людей я окружила. Ой. Вау, видели, какая молния крутая, да? Опустите нам дать охрене дрю... Опа-опа, видели, что она давай? Невидимая. Так, вот и я невидимый стал. Видите, получается, когда черная сдавая становится невидимая, получается и Тор тоже. Так. Опа-опа. Получается дверька. Так, следующие замки у нас получается тут. И последний замок. Открыто. Опа. Отличная работа. Опа, а им даже написано реально. Спасибо, Джарвис. Ну-ка, чё же мы тут сейчас такое прикольненькое найдем? Вообще даже, опа, видите, типа выход еще так был пойти. Ну, круто. Опа, и опять ящик, а. Супер. Сколько тут улучшений, правда, я сейчас тоже так прокачаю. Так, кап, я открою. Опа, еще комикс, ого, поезд стряска. Стряска могущества. Кстати, Кэпу парня идет этот прикольный костюм новый, который я ему выиграл. Так, ладненько, получается опять же улучшение у нас. Ой, сводка, сводка, так получается, классика. Ого, мстители, кстати говоря, я очень буду рад, что, может быть даже на Хэллоуин, заботчики обещали, это, дополнительные миссии выпустить, именно где будем играть Клинтом, Бартом, ну, с Калиным глазом, а. А то просто, как вы видели, как вы понимаете, его вообще не было. Не знаю, куда он делся, может он поссорился с мстителями, я без понятия. Ладно, потом все комиксы новые покажу. Но, как видите, Клинта нету. Не знаю почему, но скорее всего, наверное, что-то так, может быть, нет, до дня Мстителей даже его уже не было. Поэтому я думаю, он еще раньше, не думаю, я точно знаю, опа, ящик, поссорился с Мстителями, только почему? Мне интересно, вернется ли он в дополнение? Эти разработчики обещали, что в дополнение, мы также поиграем в эксклюзивную миссию за него. Ну что прикольно будет, кстати говоря, еще потом Черная Пантера выйдет, но это потом уже позже. Это как сейчас плохие. Очень-очень жалко мне актер на самом деле, кто Черную Пантеру сыграл. Да. Так, получился ящик. Я тут был? Подожди. Подожди, это не то. Подожди, я точно был? Нет. Это получается как-то сверху. А, как именно? Подожди, что-то я чуть не попустил. О, гнев небес. Это все остальное, наверное. Ну да, видите, чуть не попустил ящика. Сейчас, подожди, тоже давай. Во, видите, чуть не лоханулся. Ящик чуть не попустил. Опа. Рукоять искусственный гравитационный взрыв. Вау. Вау, ого, модуль улучшений. Да нифига себе, сколько их, а. Так, теперь точно можно снаряжение замутить, а. Так, получается у нас 17 уровень тут. Тут до 5, да? Опа, опа. Тут 17 максималка. Ну, тут у нас получится могущество, но только 3 раза. Бля, а тут 5. А, это сломаем. Так, это у нас получается... Ух ты, до 10. Я думаю, мы апнем на самом деле. Тут максималка 3. Так, я думаю, ап можно до конца сделать. Видите, теперь Тор просто вообще великолепен стал, да? Так, тут получается у нас 3, тут тоже 3, тут у нас 5. Ну, думаю, это мы оставим, а все остальное уничтожим. Так, ладненько, давайте. Это потом уже в следующий раз. Так, тут получится у нас тоже 3. Тут мол пока такой самый лучший. Цели мы знаем. Коллекцию тоже. Все, погнали, Тор. Так, теперь наша миссия. А, все, погнали теперь на миссию. Ой. Фига, дофига я улучшений пособирал.
Опа, крепко реально костюм идет. Все, пойдем этого уже бога, так сказать, устраиваем ему кузькину мать. Полетали, полетели то. Это уже завтались, скорее всего, когда же этого ублюдка выиграет. Опа, опа. Ну все, уже бог. Мы идем. Не я, а мы. Опа, опа, вот эта штучка-дрючка. Вау. Так, давай, кого первого? Блин, кого первого? Ух ты. Эй, ты чё, охренел? Так, вы чё, охренели, что ли? Так, давайте. Ветер, дуй! Молния, рази! Ой-ой-ой. Вау, эпичный бусер, такой-такой классненький. Ого. Не самый умный твой ход. Ну, согласен, согласен. Е-е-е, ну блин, ну твою мей. Меня не победить! Хо-хо-хо! О, видите, какой твой могущественный, а? Все-таки правда круто. Так, где эти придурки, а? Так, бунта хрен. Ух ты! Его на капы напали, охренели что ли? Эй, это как-то нечестно, бой на одного. Интересно, что это мне все на самом деле дает, а? Даже не знаю, это штучка-дучка я. Опа! Особо не пробовал. Опа, опа, еще ящик. Я правда эту штуку не пробовал, троечку, и, ну, я не пойму, что она мне дает. Видите, я уже все пособирал. Получится, еще поулучшался. После я в этой миссии получится хорошо апнул Тора для финала. На самом деле. Ух ты, тварь, а? Вау, это было эпично. Так, жизни. Опа, все. Теперь быстро ящички собираем. Всякие прибомбасики, фрагменты и все остальное. Так, ящик тут больше нету. Хотя, может даже сверху есть или нету? Нет. Вот, вот что у нас есть. Так, мы почти подошли к развязке. Мне просто правда интересно, как этот. Он похож почти на Тора, да, настоящего, но вообще какие-то способности есть, мне просто интересно, а? Уже Тора. Так, 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 так. Ух ты, ход ух ты, ух ты. Вон там. Спасибо, Жарвис. Ух ты, сука, тут всяких хреней. Активировать терминал. Так, сначала надо. Ух ты, давайте. Подождите, я неправильно делаю, Все, я понял, что надо сначала подойти к этой фигне. Потому что иначе что-то не заработает. Снова ловушка. Уничтожьте ближайшие трансформаторы. Так мы обойдем систему безопасности и попадем внутрь. Ага. Понял, понял, то. Ой, ой, Джарвис, извините. Ух ты, сколько вас, а. Ах ты, тварь, а. Так, подождите, чего всех этих будет до хрена? Эй, так, без молота я не такой сильный, а? Так, турель, закройся. Сука, что ты, турелей, ёбнут, твою медь. Так, еще одна турель. А, быстренько полетели. Молчите, распишитесь! Тварь, а? Вау, 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 вау. Для тебя битва окончена. Мудрочистка. Есть, один терминал вырублен. Сила богов! Вау, видели, как я круто использовал, да? По умному силу. Так, я думаю, мстители. Ага, спасибо. Зава. А ты тварь, а? Ой-ой-ой. Так, блин, взрываются, типа. Вау. Так, минус две хрени.
Ведь такая эпичная битва получается, даже сказать, прикольная. Блин, дополнительные миссии порой даже интереснее, чем основные сюжетные линии. Но сюжетка была очень классная. Так, кто там гостит меня? Опа! Да ты достала. Вот теперь я разозлилась. А теперь хрен тебе, придурок. Ух ты, что это? Чёрт, давай, прости, если тебя не спас. Сейчас, быстренько. Опа. Да сколько ж у вас тут, а? Прощай. Вау, тут до хрена их на самом деле, для противников, а? Конечно. Это достал меня, придурок, а? Так, реально, да заубали уже. Ой, я вообще в ахере. Опа, эти вообще хрена не нужны мне. Нифига себе, сколько тут улучшений. Я просто поапал конкретно то. Вау. Ага, спасибо. Да, блин, я сейчас не могу сейчас. Да сколько же вас тут, аккуратненько. Ух, подождите, сейчас быстренько отдохну. Так, мне просто дофига снаряжение появилось, а. Опа. Получится тут еще камень чего-то там. Выносливость. Тут у нас это вана. Сейчас сначала навыки. Два навыка, получается, нам нужно вот это, а. Кручение молота. И получается особая способность наследия сына Одина. Прикольно, да? Так, теперь снаряжение. Так, у нас тут максималочка. Тут у нас максималка уже хорошая такая, да, скажу вам честно. Угу. Так, тут у нас получается. Опа, тут до 5-го, тут до 10-го, думаю, выносливость. Ну, думаю, если покачать, то она пойдет, наверное. Так, не хватает еще, да? А, вот это сломаем. Так, теперь хватает. Ну, вот видите, у меня получится он сильный то стал. Получается только ближний бой, то есть теперь приемы тут лучше. Поэтому торта у меня становится огонь. Вообще крутой становится мужика. Так, могущество, навыки, цели, снаряжение, коллекции. В принципе, тут все на самом деле уже есть. Ну да, мы тут все прокачали. Все. О, последняя хрень. Тихо. Вау, так четко я использовал, а? Все, последняя хрень, да? Зачистите территорию. Ага, противника. Вы здесь не одни. Да, то. Открыто. Кто посмел вломиться в наш священный храм? Обманщик! Это я, истинный бог грома! Сразись со мной! И я накажу тебя за твою ложь! Блин, так смешно, эта серия просто на самом деле получается, это, конечно, сказать, даже эпичная, прикольная, но очень веселая. Да, Тор. Только, Тор, пожалуйста, не злись слишком чересчур, а. О, команда героев. А вот и наши незваные гости. Так, подожди. Эй, Тор, это очень странно. Уже действует мне на нервы. Сразись со мной, Плут, и мы узнаем, кто достоин имени Тора. Мои почитатели во мне не усомнятся. Пробудившиеся, услышьте меня! Ложный бог здесь! Уничтожьте его! Кто он такой, этот ложный придурок, а? Стар, самозванец. Новая цель. Ликвидация. Тащите. Приоритетную цель. Ага. Я понял, кому надо его искать сейчас. Так, подождите. У нас больше ничего нет, да? Ящиков ничего. Ну все, погнали. Чувствую, сейчас будет эпичная махачка, как в бой сейчас. Сейчас. Ликвидация. Сразись со мной, лжец! Ха, я не стану пачкать Мьёльнир в твоей крови. Лучше встреться с моим...
заместителем. Ого! Нифига себе! Ого! Мы уничтожим твой автоматон! И следом тебя! Я призываю молнию! Вау! Так, чё уже хрень за... Блин, да нихрена себе, ублюдок не такой слабенький, а? Асгард, открой путь! Ух ты, сука, а? Я ненавижу этих хренов, а? Я в комнате врезаться заколебался с ними сражаться, а? Реально, суки, сильные, а? Опа-опа, Камао ему задница отделяет. Вам повезло, но я замела следы. Вам нас не найти. Мне жаль вас поверить самозванцу. Все? Увы, блядь, с этим придурком мы не сразились, он струсил, а? Но, блин, мы увидели его немного, он похож на правда на Тора. Это, походу, скорее всего, Локи, блин, а? Ну, по крайней мере, знаете... Он так переместился быстренько через портал. Может быть, даже это реально Локи, а? Ты в порядке, здоровяк? Ложный Тор обещает своим последователям отвезти их в Асгард. Если они впрямь пытаются открыть туда путь, то это очень плохо кончится. Та женщина, Хелен Гейбл, говорила о каких-то документах. Я должен их найти! Электронных копий, вероятно, не существует. Должен попытаться. Он сеет ложь под именем Тора. Я положу этому конец. Даже ценой своей жизни. Да уж, что конкретно я заслился. На самом деле, реально эпичная, классная серия получит. Может, даже еще мы серии сыграем за Тора, или за Кэпа, или за Нашу, Наташу, в других уже миссиях. 18-я серия под названием Тор Самозванец завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока! Серия получилась просто огонь! А что это вы тут делаете? Конец! Кино-то уже кончилось!